Всем снова привет. Отправляемся в бой. Пап, какого хрена ты тут делаешь? О, мой мальчик. Слушай, я узнал, что они делали в женской клинике. Они искали потенциальную носительницу пиз-бомбы. Они собираются взорвать Южный парк. Пиз-бомбы? Вам, наверное, непонятно, они засунули бомбу сюда. Кто засунул? Люди, которые утверждают, что они из Taco Bell. Нам следовало догадаться, что сотрудники Taco Bell никогда ни за что бы не согласились на такие махинации. Их моральные качества, такие же, как качество их еды, никогда не должны становиться под сомнение. Папа, где пиз-бомба? Носителем стала совсем не женщина. Я помню, как пришли какие-то здоровые мужики из госорганов и уложили меня на пол в моем доме. Потом, помню, я подумал, как забавно. Погодите, это что, термоядерное устройство? Накануне я выпил, поэтому не могу совершенно точно утверждать, чтобы в задницу не сунули это устройство. О, Господи, сколько же мне осталось? Мы точно не уверены, но, вероятно, несколько минут. Ну так чего же вы ждете? Нет, там же детонатор. Мы не можем просто так ее вытащить. Необходимо абортировать ее изнутри. О, перестань, кто, по-твоему, умеет делать аборты? Кто же это мог быть? Уменьшается до размеров гнома, к тому же осведомленный в области абортирования. Кто же это такой? Да. Кто это может быть? Дайте подумать. Должен же быть кто-то. Так, ну что ж. О, смотрите, он совсем маленький. Да, его размер подходит как раз, чтобы сделать эту операцию. О боже, только не это, не хочу. О, надо же, да он полон сюрпризов. Скорей, забирайся и обезвредь бомбу. Торопись. Только будь осторожен, на днях я, кажется, засол туда летучих мышей. Вот дерьмо здесь воняет дерьмом. Что за запах? Что это? Что это такое? Это бомба? Новичок, ты должен выбраться отсюда или непременно сдохнешь. Путь назад перекрыт мощным сфинктером. Спеши к толстой кишке, там все раскроется. Господи. Это бомба? Это все бомба? Дерьмо. Боже мой. Что это? Что это такое? Господи, что это? Микробы, иммунитет к холоду. Уязвим к холоду, иммунитет к святости. Регенерация стволовыми клетками. Не будет у них, стволовых клеток. Ух. Так, ладно, Баттерс, давай по-быстренькому. Вот и все. Этот догорел. Ложка. Это что, кукуруза? Ну, мазохист. Так. Че, мы Баттерса туда направим? Нет, не Баттерса. А кого? Я, если честно, без понятия. Кайл? О, у нас есть еще Стэн и Кенни. Dude, о, really Стэн. Нифига. Расклады. Так. У него там фашистский зомбарь какой-то. Ну, пойдем. Ага. Смотрите-ка. Все?
Так, дальше нам надо переместиться. А на уровень выше нельзя. Увы, но нет. Спускаемся сюда. Что это? Мистер Шляпа? Сколько ж он себе в зад напихал всего? Ага, тут нам надо Нагасаки. Вот так, да. Очень смешно, конечно. Так, 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 так. О, боже! Айфон. Эу. Алло? Кто-нибудь есть? Сладенький, ты здесь? Лучше тебе не связываться со мной. Где он? Большой Элгомосек? Ух ты. Фашистский микроб, ё-моё. Ну ещё не один. Всё. Зомби-фашистские микробы. О, жесть какая. Так, Стэн. Ну-ка. Покажи молот ярости. Зашибись. Кто здесь оставил сумку? О, нашивка какая-то. Вибрирующий клинок. Да. Тихо, тихо. Слушайте, тут какая-то куча дерьма. А, летучая мышь, вот. Сейчас мы ее спугнем. О, господи Иисусе! О, боже. Так. Лезем. Лезем дальше. Господи, ну и дерьма он себе напихал. Я принц Воробей. Когда-то меня превратили в анальную игрушку, я оказался здесь, в заточении, как и ты. А теперь ты сразишься с моим разгневанным призраком, иначе ты не пройдешь. Я знаю, что не похож на разгневанного, но я просто в ярости. А, вот так, значит, да? Ах. По-моему, здесь смысл игры уже начал теряться. Че, еще не добили его? Ну, ё-моё. Так. А что ж такое, а? Так. Слушайте, ну нифига у него жизни тут. Так, чё он там, к тошноте уязвим или как? Иммунитет к тошноте, ну конечно же. Ладно. А если его поджечь? Неуязвим. Беда. О. Недурно. Так. Главное, чтоб он не лечился. Чем мы его можем вообще накрыть? Эликсир силы... А, может, вот такой выпьем?
чтобы тупо наносить больше урона. Так. А ну-ка еще раз глянем, к чему он там. Холоду иммунитет. О, можно его бить током, похоже. Да. Недурно. Так, метку смерти. Go boy. My anger is greater now. Так. Сейчас попробуем. Hello. Out. Let's finish this. Yeah, вот теперь получилось. Кая. Охренеть. Так, подлечимся. Ну, выбора нет, надо его поджигать. Потому что таким образом мы зарабатываем себе очки мощи. И нам это помогает в дальнейшей битве, да? Так, а может Стэна выпьем тоже эликсир силы? Так, зашибись. Ну, теперь удар. Нет, ну, напросился. Я что-то не понял, что лучше там, электричество или... Или огонь. Супер. Чем метку смерти? Или просто рубанул? Ух, надо лечить Стэна. На, кушай, не обляпайся. My anger is greater now. Нет, вы знаете, огнем получше будет, да? Hey. Так. И удар. Well done, new kid. Mess with the beast, you get the claws. You have proven. Ты хорошо проявился в бою, маленькая анальная игрушка. Можешь продолжать путешествие, отыщи выключатель Снук и спаси мир. Удачи тебе и до встречи. Надеюсь, мы больше не встретимся. Так, что здесь делать-то? Hey, is that Carmen's mom's? We can't get by. Здесь слишком много дерьма. Ага, вот так вот. Так. Боже. Это бильярдный шар? Если честно... А, вот чё. Только хотел сказать, что я подумал, что нам надо сюда. Нам действительно сюда надо. Так. Перемещаемся и бегом. Я не для этого устроился на работу. Это приказ. Да, но почему нам всегда достается отстойная работа? Иди прибери барак, разгони людей по домам. Иди в задницу голубого мужика и охраняй его от вторжения. Сраный отстой. Охранники? Что они здесь делают? Кем бы они ни были, они планируют взорвать город. Тебе нужно пробраться туда во что бы то ни стало. Так... Охранники. Охранники, значит, да? Может, мы их
Нагасаки? Можно их так сделать? Нет, к сожалению. А что мы можем сделать? Воню чары, да? Такс. Big mistake. Баблюйте, мужики. Мы пока вас осмотрим. Уязвим к тошноте. Ну, нормальная тема. Снайпер. Мне так не пойдет. Сразу бомбим. Ну все, считайте, ханаем. Вот и все. Так, и второго есть. Здравствуй, новичок. Я рыба самурай. Детонатор термоядерного устройства перед тобой. Я пытался разгадать загадку этого устройства, но так и не смог. Остались считанные секунды. Найди способ обезвредить его. Или все потеряно. Так. О. Нам надо же вот это все взять, а потом уже... обезвреживать устройство. Угу. Еще нам, как видите, необходимо взять кого-то другого. Попробуем барда. Да. Ох, нифига себе. Снук, приступить к аборту. Начать электролитическое вливание. Так. Ошибка. Проверить размещение. Так, быстро крути. Угу. Холодно, так холодно. Опасность, критический уровень напряжения щели. Щель доступа расширена, начинаю удаление чипа управления. Так, где этот чип управления? Не тот чип, не тот чип, ой. Нет, не тот. Мне не нужен. Этот не нужен. Не тот опять. Процесс самоуничтожения отменен. Оу, oh, yeah. Что такое? Что ты чувствуешь? О, господи, господи Иисусе! Отличная работа, новичок, но твое путешествие еще не окончено. Да, и если нам снова понадобятся твои услуги, мы дадим тебе знать. Отличная работа, ты обезвредил пиз-бомбу, Южный парк спасен. Да, но теперь пора заканчивать с этим. Победим Клайда, раз и навсегда вернем палку истины. Да. Снаряжение, корона анального удовольствия. Боже. Так, что у нас тут? Понятно. Ни о чем. Это что, дротики для лужайки? Вот корона интересная. Добавляет 110 брони, снижая урон. Угу. Так, тут у нас что?
Латы рыцаря. Ну, мы же не рыцари, поэтому нам, к сожалению, такое не подходит. Посмотрим, можем ли мы... Нет, нам нужен еще один друг, чтобы мы могли вот этот перк какой-нибудь применить. Ну что ж, мы побеждать Клайда будем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте комментировать видео, ставить лайк и до скорых встреч!